В любом случае не забываем, что после механической фазы, да, у нас еще пойдет с вами биологическая. И гидратация тоже у нас, правда, через несколько месяцев, да? Ну, будет. Еще один вектор сюда. Так. Угу. Сейчас чуть сниму ткань. Сейчас надо ли, когда прошли? Да, конюля скользит, она сама отодвигает все ткани, поэтому я говорю, 27-ю, конечно, ни в коем случае мы не берем. Ну вот иначе она не отодвинет, а может разрезать. Но начиная от 25-го диаметра, пожалуйста, можем брать. Вот видите, вена остается под конюлей. Мы проходим. Так, вот такими движениями просто равномерно распределяем. Так. Все, на месте? На месте. И тут на месте. Все. Вот, в любом случае, да? Ну, здесь нет необходимости у нас даже чего-то сажать себя на руки. Ну, поэтому перераспределять здесь ничего. Вот.